Ребята! Ребята, встаем! Встаем, подъем! Так. Ну-ка, быстренько, быстренько. Не хочу. Пришла мама зверя, хочет разбудить своих маленьких зверюшек. Давайте, вставайте. Давай. Нечего было вчера смотреть телевизор до поздна. Да. Давай, встаем. Я знаю, опять ну-ка, телевизор. Давай. Быстро. У меня много дел сегодня. Бегом. Чего ты укрылась? Ну-ка, быстренько. Все, бегом. Дорогие, у меня много дел сегодня. Давайте, подъем. Миш, держи. Одевайся. Так, все, я вас жду. Быстренько. Пойдемте, все, в ванную. Да. Скорее. Так, давайте-ка быстренько доедайте. Мама, а почему у тебя сегодня трудный день? Потому что у меня много работы. Какой работы? Тяжелой, разной. Дядя Дима тебя уволил. Почему уволил? У нас в классе у Макса маму вчера уволили, а его папа говорит, что они права не имеют. Да нет, все наоборот, у меня очень большой заказ. Ой, мам, мне на выпускной бал нужно платье до пола. Ну, когда это еще будет? Летом и до пола, мам. Успеем. А почему до пола? Потому что я большая, красивая, как ты. Так, все, быстро, пошли, собираемся, у меня очень много дел. Доброе утро! Ой, здрасте, Лена Евгеньевна. Поосторожнее, у Машки вчера ухо болело с гулянием, ладно? Да не волнуйтесь. Так, у Мишки 4 урока. Ну где вы там? Ну не волнуйтесь, всех заберу. Здрасте, мои золотые. Здрасте. Значит так, Мишенька, если мы запаздываем, ты обязательно нас с Машей жди возле школы. Ладно. Хорошо? Ну побежали. Побежали. Так, бегом. Ну, пока. Ты куда? Все, до свидания. Пока. Пойдем. Быстренько. Итак, самая большая наша проблема на сегодняшний день – это с тройком. У них очень сложно начаться. Тимур, давай-ка иди занимайся обувной фабрикой. Гриш, за тобой пельмени. Опять пельмени. На завтрак пельмени, в телевизоре одни пельмени, на работе пельмени. Я хочу тебя обрадовать. Рассказывать в рекламе, что пельмени варятся быстро, это пошло, понимаешь? Ну, можно придумать что-нибудь более оригинальное. Ну, не знаю, свеженькое, живенькое. Ты понял все? Yes. Хорошо. Угу. Даша, здравствуй. Привет. Дура ты, что ты его бросила. На нем ведь лица нету. Хоть по офису орет на всех. Он всегда на всех орет. Ну и не всегда. Переживает мужик, понимаешь? Кто ты мясо жарила? Подушку, а не мясо. Слушай, а заместителем он меня все-таки сделал. Правильно. Потому что Дмитрий Эдуардович человек благородный и понимающий. Но это он с виду такой. Да ты поосторожнее. Я ведь не смогу защитить этого чар. Не беспокойся. Я уж как-нибудь сама себя защищу. Надя, дети по тебе скучают. Как дома? Как сосед? Жив? Угу. Может, все-таки будешь нас жить, а? Давай. Оль, ну ты странная такая, а? Ну, и ни мужика привезти, ни в гости кого позвать, а? Извините, у меня тут в уголке подружка обитает. А как жить ей негде? Ну, какие мужики, какие гости? Ну, что ты говоришь, а? Ну, а хоть я в гости приду, вот тебе и гости. А от мужиков ты не зарекайся. Говорят, от сумы и от тюрьмы, но от мужиков тоже. Да какие мужики? Ну какие мужики? Я 20 часов в сутки работаю, потом прихожу ночью, проверяю уроки. Он завтра нужно будет в субботу в ателье за Влатьевым на выпускной. Машка уже месяц пристает. А кто выпускается-то? Да кто? Машка из сада в школу. О, ну это невелика беда. Ой, что я с тобой сижу? Мне сбежать надо. Мне же голландцы приедет из ход-офиса. А это Найт Неджел, знаешь? Нет, не знаю, зачем. Они хотят перепозиционировать одну линию. Они направление оставляют тоже, а одну линию перепозиционируют. И из-за этого придурки прутся из Голландии, а? Ненормальные. Ну ладно, все. А в субботу не забудьте за мной заехать, ладно? Обязательно заехать. Ну все, давай. Пока. Целую. Мы обсуждаем с вами это в 15-й раз, но это будут просто выброшенные деньги. Я понимаю, что это ваши деньги, а не мои. Тем не менее, было бы глупо их вот так взять и потратить на… Я поняла. Хорошо. Да, конечно. Ну что? Сказал, что мы должны подготовить новое предложение. Сказал, что страйком стоит в ногах вполне уверенно, чтобы позволить себе то, что им нравится. А если им нравится всякая фигня, Оль, я уже 10 раз переделала. Нет. А им не нравится, не нравится. Нет, надо встречаться с начальством, потому что зам полоумный, а менеджеры нас совсем в упор не видят. Будто бы они занимаются делом, а мы какой-то ерундой. Оль, так и везде. Нет. Да. Нет, нужно их переубедить. Понимаешь, и не зама, а хозяина. А где мы возьмем хозяина, Оля, если он тебя ни разу никогда не видел? М? Надо подумать. А вот подумай, подумай, подумай. О, пельмени вкусная еда, и под рукой она всегда. О, Господи. А? Угу. Гений-то наш. Можно? Зачем ты стучишь? Я не голый. Что ж ты так внезапно? Ты теперь все больше мимо бегаешь. Боюсь, что тебе неприятно меня видеть. С ума сошла? Как там твои дети, няня, дроби? Какие дроби? А, дроби? Все в порядке. Нашли общий знаменатель. Кофе хочешь сварю? Сам? Да подруга твоя купила кофейный аппарат. Чем, говорит, с чайниками носиться, банки покупать. Лучше кнопочку нажать. А в этих ваших банках, говорит, еще неизвестно, что понапыхано. Ну. Ну? Зачем пришла? Я по делу. Я уж было думал, что соскучилась. Не повезло мне, значит. Что за дело? Димка, я завязла со страйкомом. Ну не встречается со мной генеральный, и все тут. Слушай, ты не знаешь, кто имеет на него влияние? Мне бы с ним самим встретиться, понимаешь? Значит так. Страйком спонсирует премию призвания. Я тебя познакомлю с председателем оргкомитета, а он с Барышевым. Слушай, она мне снится, эта фамилия. Дня через 3 у них церемония. Там и познакомишься. Спасибо тебе, Дим. Здравствуйте. Добрый вечер. Грозовский просил, я вас представлю, конечно же. Ага. Ну а дальше вы уж сами. Как сегодня у вас мило. Стараемся. Сергей Леонидович, это Громова Ольга, рекламное агентство «Солнечный ветер». Угу. Здравствуйте. Очень приятно. Это Барышев Сергей Леонидович. Мы, по-моему, дважды уже встречались в неформальной обстановке. Сергей Леонидович. Леонидович, вы назначали мне встречу, но все время были заняты. Ну, работа такая. Я бы очень хотела, чтобы вы со мной пообщались. Благодарю. Пообщался? Интересно. Прямо сейчас? Нет, ну, нет, конечно, нет. Мне нужно с вами поговорить в рабочей обстановке. Но, по-моему, с вашим рекламным агентством работает мой заместитель. Тем не менее, Сергей Леонидович, нам нужно, чтобы вы приняли меня, а иначе дело не сойдет с мертвой точки. Уже дошло до мертвой точки? Дошло. Ясно. Значит, завтра в 11 у меня будет 10 минут. Все. До свидания. Счастливо. Спасибо. До свидания. Ой, спасибо. Пожалуйста. А это что за женщина? Это наш очень неизвестный писатель. Можно подойти? Да. А какой писатель? Татьяна Устинова. Татьяна Устинова? Добрый вечер. А кто? Я Ольга, работаю в рекламном агентстве. А я пишу детективные романы. Я знаю, я вас читала. Мне очень нравится. Ой, спасибо вам большое. Я стараюсь писать так, чтобы это всем нравилось. Вот как раз недавно я написала роман про рекламное агентство, но там, правда, произошло убийство. Можете себе представить. Абсолютно неправильно. Из рекламного агентства. А, понял. Понял. Угу. Так. Черт. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день. Садитесь. Здравствуйте, Сергей Леонидович. Здравствуйте. Садитесь. Чай, кофе, минеральную воду. Чай. Нет, кофе. Да. Угу. Так, я попросил заместителя посвятить меня во все детали наших противоречий. Сергей Леонидович, если вы приняли решение, что вы не хотите со мной сотрудничать, то вы скажите сразу, пожалуйста. Если бы я принял такое решение, вы бы сейчас здесь не сидели, Ольга Михайловна. Сергей Леонидович, да? Я вам тогда нахамила около машины. Нет, я был неправ, нет. Я на самом деле очень плохо вожу, и тем более без всякого энтузиазма. Ой, вы знаете, а я наоборот, как раз с энтузиазмом, да. Я заметил. А вы все так делаете, вот с энтузиазмом? Почти, Сергей Леонидович. А что? Так. Суть наших с вами недопониманий, как вы называете, сводится к тому, что мы вас просим сделать так, как мы хотим. При этом мы же должны заплатить вам... Ну, довольно большую сумму. Вы же отвечаете, что сделать этого не можете, что вам, в принципе, не нравится наша затея, что вам нравится что-то другое, что вы и хотите сделать за наши же деньги. Пока все правильно? Нет, Сергей Леонидович, не все правильно. Ну, тогда поправьте. Сергей Леонидович, пожалуйста. Кофе. Спасибо. выпускать цветные буклеты и напечатать в них, чем вы занимались в течение 5 лет, это просто выкинуть деньги на помойку вместе с вашими буклетами. И их читать никто не будет. Ну, разве что ваши подчиненные, если вы их заставите. Вам нужно изменить ваш образ. Мой образ? Ой, да нет, ну что вы, не ваш личный образ, а образ вашей компании. А что вы предлагаете? Ну, во-первых, это узнаваемый логотип. Во-вторых, несколько газетных публикаций. Но только не рекламного, а, как бы это выразиться, социального толка. А, скажите, а вы формулировали эти предложения? Да, конечно, 10 раз. 10. А сможете в 11-й? Успеете до завтра? Конечно, у нас все готово. Завтра. Часа в 2 вы не могли бы со мной пообедать где-нибудь в центре? Ну, я посмотрю ваши предложения. А, конечно. Конечно, да, я согласна. Спасибо. А сейчас, извините, у меня дела. Ага. Спасибо. Спасибо, что приняли. Да-да. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ну что, он тебя опять не принял? Так, быстро распечатай все предложения. Я завтра с ним встречаюсь. Так он принял, что ли? Красавица. Все-таки принял. Алёна Евгеньевна, это я. Как дела? Да пусть хрюкает. Вы, главное, не обращать на него внимания, он потеряет весь интерес. Машка как? Кто? Павлик? Что опять? Вы знаете, он в прошлый раз на нее прокинул банку варенья, а сейчас молоко. А я так думаю, что это любовь. Любовь, говорю. Нет, не надо. Математику я с ним сделаю сама, когда приеду. Ну, хорошо. Ну, ладно. Да, ребятам привет. Вот я распечатала, только я не знаю, будет он читаться или нет. Я надеюсь, что будет. А ты знаешь, он не такой уж, он нормальный. А почему же он нас так долго динамил? Ну, он же большой начальник, а всеми нашими делами занимались его зам. Я не знаю, может быть, они хорошие строители, но в рекламе они ничего не понимают. А начальник-то хотя бы понимает? Я надеюсь. Пельмени очень хороши для живота и для души. А? В глазок не смотрите, Дмитрий Эдуардович, а? Куда? В глазок, смотреть надо. Мало ли кого принесет, а? Вас еще принесло. Ну как-то, вы же на работу уже 3 дня не ходите. Да. Да у вас температура, да? Послушайте, Надежда, я сейчас никого не принимаю. И сам с визитами не езжу. У меня грипп, понимаете? Так что я вас умоляю. Так вам же под одеялко надо. Давайте я вас отведу. Давайте я вас отведу, да? Давайте не надо меня никуда отводить. Ну как-то не надо, раз надо, а? Послушайте, если вы сами сейчас не уйдете, я вас выведу. Давайте. Так у вас же сил нет. Это точно. А я вам сейчас чай с лимоном сделаю и клюквенный морс сварю. Я когда маленькая была, мне мама его всегда варила. Я даже потом прикидывалась, что болею. Прикидывалась? Угу. А еще я купила шерстяные носки. Специально за ними на рынок ездила. Ну чё мы тут стоим-то? Вам же в кроватку идти надо. В кроватку. А ну как, пойдемте. Между прочим, до вашего феерического прихода я лежал. Чего сопите? Я думала, вы спите. Угу. Заснешь с вами. Ну ничего, сейчас вы попьете горяченького чайку с таблеткой. И все пройдет. А чего я тихо помер? Что вы такое говорите? Ну что там в лавке? Где? На работе где? Иван Вейден звонил, благодарил. Пельмени топчутся на том же месте. Да, я звонила этим, ну, которые шоколадные. Громова что? Сдвинулась с мертвой точки. Прибежала вчера, такая веселая. Всех построила, разогнала, надавала заданий. Она молодец, наша Ольга. Это я молодец, а не она. Ну, она тоже молодец. Давайте все-таки носочки наденем. Слушайте, отстаньте от меня со своими носочками. Да что вы делаете? Да перестаньте! Да, господи, да что? Не да, с зачем? Моими, а с вашими носочками. Зачем? Слушайте, скажите, для чего вам все это надо? А может, вы мне нравитесь? Я? Вы. А что, вы хотите, чтобы вас тут бросили одного помирать? Не надо меня бросать. Ну вот я и не собираюсь. Завтра опять приду. Бог ты мой, только не это. Здравствуйте. Здравствуйте. Пройдемте к столику, пожалуйста. Спасибо. Сюда. Садитесь, так. К вам подойдут сейчас. Спасибо. Пожалуйста, ваш заказ. Ну что ж, все понятно. Можете смело приступать к реализации ваших предложений. Хотелось бы, чтобы к началу наших работ началась ваша рекламная кампания. Конечно. Я дам указания, и два моих зама будут вам помогать. А вы? Что вы? Ну, вы мне будете, то есть нам помогать? Мои замы вполне справятся. Хорошо, извините, Сергей Леонидович. Ну что ж. Я думаю, договор пришлете с курьером. Я дня через 4 вернусь в Москву. Угу. Ой, извините. Алло? Да, привет, Мишечка. Я не могу сейчас разговаривать. Как плюнул? Почему? Ну, дал бы в ухо. Зачем же в человека плевать? Хорошо, мы с тобой потом разберемся. Да, я тоже тебя люблю. Очень. Извините. Сын? Да, в кого ты незаслуженно плюнул. Трудно поверить, что у вас есть ребенок. У меня их даже двое, сын и дочь. Но вы не похожи на женщину с детьми, вы похожи на женщину с карьерой. Я женщина с карьерой и детьми. Кто вам помогает? А никто. Знаете, есть такая избитая формулировка «помоги себе сам». Вот это про меня. Понятно. А вы? Что? Ну, у вас есть дети? Нет, к сожалению. Или к счастью. Ну, почему к счастью? Потому что я все время занят. Ну, если бы у вас были дети, может быть, и нашлось бы время? Вряд ли. Моя жена говорила, что Я просто помешан на работе. Почему говорила? Сейчас уже не говорит? Сейчас. Это что, попытка выяснить мое семейное положение? Извините, Сергей Леонидович, я просто так. Просто так? У меня никогда не получается просто так разговаривать. Я либо даю указания, либо выслушиваю. Чаще даю, чем выслушиваю. Вам не с кем поговорить? Нет. Нет. Почему? Просто у меня времени нет. Всегда надо было торопиться. В школе надо было учиться, потом в институте, потом в аспирантуре. Родителям было не до меня, они занимались наукой. Так что… А потом я понял, что ни в одном институте не учат, как зарабатывать деньги, а это самое главное. Да. Ну, судя по всему, вы научились. Я научился. Это было трудно, но… А вы коренная москвичка? Нет. Правда? Нет, я издалека. Я был уверен, что ваша бабушка живет либо на чистых, либо на патриарших. Я не знаю, у меня нет бабушки. Ну что ж, спасибо, что уделили мне время. Смело звоните моим замам, я дам указания. А я вам могу позвонить? Мне? Да, конечно. Когда я в Москве. А это мой мобильный. Будут проблемы, пожалуйста, звоните. Ну, спасибо, что вы слушали, Сергей Леонидович. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Зря ты не пошла с нами. Кот в сапогах был замечательный. Такой с усами. Машка сказала, что выйдет за него замуж. Машка замуж? Чёк. Будете? Давайте. Удивительно. Я думала, если Барышев с командой, то все пойдет отлично. А что, не идет? Замы как выламывались, так и выламываются. Это же я им на хвост наступила. Ой, Надя, другой мир, ты совсем понимаешь, даже Димка. Димка даже не такой. А чё Димка? Ты думаешь, если с мужчиной спала, то все про него знаешь? А он может быть не такой. Может быть, он совсем другой. Что с тобой такое, а? Ну а что? Димка такой, Димка этакий, Димка разэтакий. Хороший он мужик. Достаточно он Франт, Бонвиан и Лавелас. Какой Бонван? Барышева отец академик, дед генерал. Ну, всякое такое. Он не рассказывал. Ну и что? Нам какое дело? Он даже не знает, кто я такая. Даже не знает, что со мной было. Если узнает. А что с тобой такое было, а? Ты что? Детский дом подожгла, деньги украла. Надь, да я в тюрьме сидела, меня осудили, вынесли приговор. Да таким, как Барышев, просто в кино смотреть противно. Я не знаю, если он узнает, то не то, что со мной работать не будет. Он, наверное, меня уничтожит. Ну, не знаю, как это сказать, но я чувствую, понимаешь? Отец академик. Да плевать нам на его отца. Нет. Да. Знаешь что? Скажу-ка я Димке, чтобы он кого-то другого на это место сажал. Ну, на этот проект. Кого? Меня, что ли? Я не знаю. Только знаю, что беда, понимаешь, будет. Бог с тобой, а? Я теперь спать не буду. Я давно не сплю. Ой, мне кажется, что ты вот знаешь, много что выдумываешь. Ты понимаешь, если он… Да как он может работать с человеком, у которого уголовное прошлое? Ну как, понимаешь, он мне даже бы руки не подал. Он за мной за один стол не сел бы, если бы знал. Он что, фашист этот твой Барышев? Руки бы он не подал. А кроме тебя на этот проект сажать некого. Ты можешь даже не разговаривать с Дмитрием Эдуардовичем на эту тему. Надя. Ну что? И пропала. Теперь, по-моему, точно. Я не понимаю, почему фотография не соответствует фамилии. Мараз. Алло? Ольга Михайловна, это из приемной Барышева. Даша, иди. Вы не могли бы подъехать к нам? А что случилось? Сергей Леонидович прилетел. Что-что? Как прилетел? Он вернулся несколько раньше, чем предполагалось. Так, хорошо. Вы придете? Да, я буду через полчаса. Алло, алло. Да-да-да, я слышу, слышу. Так. Сергей Леонидович. Здравствуйте. Проходите, садитесь. Здравствуйте. Сюда. Я хотел бы знать, как продвигаются наши дела. Пока буксуем. Ага. По-моему, мы потеряли уже слишком много времени. Наверстаем? Наверстаем? Что, простите? Значит, проблем нет, да? Или есть? Сергей Леонидович, я бы хотела, чтобы полиграфию делали наши давние партнеры, тем более, что они профессионалы в этом деле. Если вы не возражаете… Да я не возражаю. Мне дела нет, кто будет делать полиграфию. Ну, вот макеты бы я посмотрел. Я правильно назвал макеты? А, правильно, да, да. Вы знаете, когда до них дойдет дело, я сразу же вам все покажу. А когда до них дойдет? До макетов? Не знаю. Ой, я сейчас быстро прикину. Сейчас, сейчас. Наверное, через месяц. Нет, но если учитывать работу художников, то, может быть, и что и раньше. Ольга Михайловна, я бы хотел, чтобы мы с вами, я бы хотел, чтобы мы с вами буквально завтра ездили к нам на завод. Вы должны посмотреть, как все это происходит. Чтобы созданный вами корпоратив, садитесь. Образ был правильным. Сергей Леонидович. Сейчас. Сергей Леонидович. Ага. Вас ждут. Да, да. Я до свидания, Сергей Леонидович. Удачи, да, спасибо. Угу. Выезжаем когда? Завтра. А, да. Да? Подождите, я провожу вас. Куда? Как куда? Ну, к машине. Да? Ой, да. До свидания. Живете одна? Я живу с детьми. У меня их двое, Мишка и Маша. Мужа нет? А? Мужа нет? Нет. Почему? Садитесь. Спасибо. Пожалуйста. В аэропорт завтра поедем на моей машине. Водитель заедет за вами, если вы позвоните и оставите секретарю адрес. Ну что, до завтра. До завтра. Вот и прилетели. Очень хороший город. А вот нас встречают все нормально или… А вот там, да? Да, уже встречают. Плохая продуктивность у нас на фабрике. Это не совсем, понимаешь, нормально. Ну, кого какие поступят вопросы. Ну, товарищи, предлагайте свои идеи, как нам поднять уровень производства, понимаешь? Или что? Ну что же вы, активнее. Ну, давай. Так у нас и будет. Ну, может, какие-то модернизации провести. Может, там технологии сменить, все. Не знаю. И с кем остались ваши дети? С моей подругой, она их обожает, они ее тоже, она их все время кормит. Я хотел поблагодарить вас за то, что вы так хорошо подготовились за такой короткий срок. Вы хороший специалист. Я стараюсь, Сергей Леонидович. Еще я… Вы красивые, и я чувствую себя при вас дураком. Это хорошо, это просто прекрасно. А чего хорошего-то? Ну, что чувствуете себя дураком. Да? А куда делся ваш муж? Кто? Муж. Ну, это долгая история. Ну, расскажите. Это не очень красивая история. Ну, обойдемся без красот. Мне сегодня не очень хочется рассказывать грустные истории. Расскажите что-нибудь красивое. Ну, я и не знаю красивых. Смешную могу рассказать историю. Давайте. Когда-то в школе первые джинсы я купил у форцовщика. Отец узнал, рассердился, что я вожусь с идеологическим противником. Хотел на полном серьезе сдать меня в милицию. Ну, в принципе, в те годы за это могли посадить в тюрьму. Нет, тюрьма – это ужасно. Вы так говорите, как будто сами сидели. Да боже упаси. Сергей Леонидович, а вот вы говорили, что ваш отец был ученый, да? Да, академик медицины. Дед был полковник медицинской службы, мама кандидат, доктор медицинских наук. Скандал был жуткий, когда я решил поступать в строительный. Ну, там семейные традиции, преемственность. А почему вы решили поступать в строительный? Ну, потому что лучше быть первым на стройплощадке, чем… вторым в операционной. Что это значит? Ну, то и значит, что в медицине надо было превзойти отца, деда. А для этого надо было быть медицинским гением, чего я в себе не чувствовал. Да и по большому счету уколов боюсь. Вот мы и пришли. Пойдем. А здесь кто живет? Мой отец. Как отец? Почему отец? Ну, потому что он переехал сюда после того, как мама не стала. Теперь здесь заведует кафедрой в мединституте. Трудно ему было после маминой смерти. Нам всем трудно было, а ему особенно. Он очень ее любил. Такое бывает. Да я и завод здесь купил, чтобы чаще ее увидеть. Понимаете? А? Ну, наконец-то. Я рад. Да еще с барышней. Барышня, здравствуйте. Ну ладно, пап, ты не пугай. Ольга, это вот Леонид Сергеевич, мой отец. Очень приятно. Это Ольга, мой, ну, наш партнер. Ничего, подходящий партнер, подходящий. Ну, проходите, пожалуйста. Проходите. Спасибо. А что, Архарус, твои машины кроссворды дуют, да? Работа у них такая. Иди, да, знаем мы эту работу. Мы-то одна, не работа. Помоги мне. Скатерть внизу. А, сейчас. Так, и книги надо куда-то убрать. Книги? Угу. Слушай, а может быть, я помогу отцу на кухне? Ты что? Отец не позволит. Да я, знаешь, какой я тиран и сатрап. Сатрап? И сатрап. Должность такая у меня. Скажи, а вот это твоя мама? Это мама, да. Красивая. Да, красивая. А вот это, смотри, дедушка с бабушкой, вот. Видишь? Ух ты. Вот, смотри, отец. Отец на рыбалке. Ну, а это я. Где? Ну вот. Что? Не похож, что ли? М? Господи. А? Господи, какой маленький. Маленький. Все сначала маленькие, потом вырастают, становятся большими. Таков закон. Что за закон? Я не расслышал. Пап, вообще-то подслушивать нехорошо. Вдруг я здесь девушке в любви объясняюсь. Как же, дождешься от тебя. Ух ты. Лучше пойди. Я там пирог поставил. Посмотри, чтобы не сгорел. Пирог? Изыски какие. С яблоками. Я пойду помогу ему. Не-не, ни в коем случае. Сережка не разрешит, и я не разрешаю. Я тиран и сатрап. И что, и вы тоже, да? А кто еще? Ну, кто? Сергей Леонидович. Леонидович, а? Куда ему до меня? Мол ты ща. Так. Значит, это вы. Вообще-то, он сюда барышень не привозит. Должен вам сообщить. А вас привез. Вы знаете, это дорогого стоит. А я, ну, то есть, наше агентство делает рекламу. Да вы не переживайте, Оль, не переживайте. Врачи вообще бесцеремонны до ужаса. Да и Сережка, что вас в обед не даст. У нас, знаете, какой решительный. Я знаю, догадываюсь. А вы, стал быть, москвичка и работаете вместе с ним, с Леонидовичем, а? Нет, я в Москве не так давно. А работаю не с ним, а на него. Вот как? Скажите, пожалуйста, а? Ведь вот все на него работают. Капиталист какой выискался. Ведь он врачом не стал. Капиталистом. Эх, папа, я был бы плохим врачом. А вот капиталист из меня получился отличный. Отличный. Я недавно про одного отличного по телевизору смотрел. Генеральная прокуратура его разыскивает. Соскучилась по нему очень. Вы неправильно говорите, Леонид Сергеевич. Строить это так же нужно и так же хорошо для людей, как и лечить. Сравнила. Да, конечно, это очень сложное дело, что-то создавать. Ну, конечно, наверное, было бы проще продавать, да? Ну, Сережка раньше и продавал. Ну, когда все эти дела только начинались. Это уж потом он. Ну, вот видите, он мог бы до сих пор продавать, а он строит. Ой, да что вы даже не представляете, какая у него репутация. Какая? Все знают, что заводы Барышева никогда не стоят. Всегда все получают зарплату. Какие у них детские сады. Ой, да что говорить, все на свете. А лесопильный завод? Это очень серьезное дело. Они могли бы лес продавать за границу. Они его здесь перерабатывают. Слушай, откуда ты все это знаешь, а? Защитница, а? Ну, я очень много читала документов и всяких бумаг. Разные бывают начальники. Но вот Сергей Леонидович… Так, и что, Сергей Леонидович? А вот подслушивать, Сергей Леонидович, нехорошо. Мало тебя в детстве лупили. Меня в детстве не лупили, потому что уважали мою свободу и право личности на самоопределение. А надо было лупить. Да поздно уже. А вот защитницу себе ты выбрал. Хорошие. Да, я старался. Папа, а где твое вот это знаменитое гжельское блюдо? Там, справа, справа. Пап, где? Вот ничего без меня не может, а? Сережка, ну я ж тебе сказал, справа. Лишь только ветер затеплится синий, лишь только звезды сверкнут в небесах, и черемух серебряный иней жемчугами украсит роса. Отвори потихоньку калитку и войди тихий сад, ты как тень, но только не забудь потемнее накидку. Кружева на головку надень. Та-ра-ра, па-ра-ра-ра, па-ра-ра. Но только не, но только не забудь потемнее накидку, кружева на головку надень. Браво, 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 молодец, молодец. Не торопись говорить о том, что в жизни счастья нет. Не торопись, прямо в сердце льется розовый просвет. Ночь уходит без следа, тая навсегда. И я нарисую мир таким, каким люблю, а на белом праздничном снегу рябин зарю. Когда прозрачно, как слеза небес вода, ты говори, что счастье есть всегда. Говори всегда. Прозрачно, как слеза небес вода.